Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Max Payne. В последней серии мы... Короче говоря, мы ходим все по тому же району, полному проституток, наркуш и прочей грязи. Сейчас мы поднялись на верхний этаж, собственно, тут и есть вот паренек, которого нам нужно найти и захватить. Сейчас, походу, будет сюрприз. Ну подожди, говорит, я сейчас выйду. Он там срет, похож. Так, сейчас руки помоет. Или ты не руки мол? Ну ладно. Так, что по телеку кажут? Нью-Йорк Сити is in crisis tonight. With reports of Valkyr-related gang war in the streets of the Bronx. Apparently, Max Payne, wanted for questioning in connection with the slaying of a DEA special agent earlier tonight, is waging a one-man war against his former partners in crime. Among the list of casualties so far are notorious mafia members Joey and Virgilio Finito, as well as Rico Muerte, himself a fugitive from the law, and a suspect for several murders in the Chicago area. The NYPD has been placed on full alert. A citywide APB has been put out on Max Payne. Deputy Chief Jim Bravura has promised to take whatever steps necessary to bring him to justice. What those steps may be remains to be seen. For NYCNN TV News, this is Kira Silver. Все, вообще все повесили на Макса Пейна. Кому-то очень нужно, чтобы он сидел. Или еще лучше, его убили при задержании. Кстати говоря, где-то здесь, по-моему, пасхалка спрятана. Мне уже говорили, что вот это, я помните, нашел там проколотого, кол в сердце всаженный было, и баф было написано. Это была отсылка к сериалу Баффи, я про нее совершенно забыл. А вот еще одна пасхалка у нас. Салт от Фортуны, Double Helix. Тоже офигительная игра на движке Кваки 3, в то время выходящая. Блин, как она мне тогда нравилась, надо будет в нее как-нибудь поиграть. Ну, вот такая пасхалка. Что еще тут есть? Я помню, как там... Такая, самая, наверное, жестокая игра всех времен народов, даже Manhunt по сравнению с ней, это, блин, детские цветочки. Потому что там, допустим, берешь ножик и начинаешь резать лицо врагу на части, уже мертвому. Это такая жесть была, вот народ ударялся в жестокость одно время. Сейчас как-то с этим полегче... Ой. И такой в клинике уже не присутствует. Ой, мне хана. Да, мне хана. Я как раз давно записывался, да. Ну, короче говоря, суть в чем. Да, выходи. Дверь пыль не пробиваем, похоже. Ну, да, давай. Досранец. С облегчением. Дубль 2. Так, на всякий случай давайте посмотрим еще раз. Хотя что тут смотреть, все то же самое. Так, мне бы так научиться, то есть хочешь выйти, да, через окно такой хоп и морды вперед. Эй, не застревай, Макс. Короче говоря, с этим солдатом Фортуны сколько скандалов было связано в свое время. Игра была натурально жестокая. При этом, как это принято было у боевиков в то время, да и у сегодняшних, вспомним тот же Call of Duty, очень русофобская, там с русскими много надо было воевать. Но при этом игра была довольно-таки забавной. Неплохой, надо сказать. Сильно запомнилась для своего времени, там была крайне неплохая графика, крайне неплохая жестокость и крайне плохой геймплей. Ой, не падай, придурок! Куда ты полетел? А, блин, не понимаю, что он хочет от меня. Ладно, короче, просто заходим, всех убиваем, верно? Надоели уже. Три врага это, конечно, сила, но тем не менее. Все, прилегли. Половину патронов для Ингрэма мы, конечно, скушали. But someone who looks the part down to the finest detail, except that he's evil. I'm hiding in the shadows, watching it all unfold.
Как это психологический триллер про говорящего фламинго. Блин, придурки. Так. Ладно. Что у нас? Мы, похоже, тут мимоходом. Да хватит уже эту чушь нести, блин. Это хуже, чем Малышева на первом. Так. Куда идем? А тут у нас серия взрывов прошла. Помню. В предыдущей серии. Так, хорошо. Опять у нас пути наверх нет. Давайте хоть сохранимся, потому что сейчас меня убьют, наверное. Хотя, может, и нет. Красный или синий, говорит, провод. Идиоты. Ой, идиоты. Красный или синий? Ой, блин, такие моменты, так приятно вспомнить. Да чего с юмором сделана игра, да? Несмотря на то, что такая мрачная история, но вот именно этим она и запомнилась. Именно своей своеобразностью, ни на что не похожа игра. Да не нужна мне твоя содовая. Ой, прощелкал. Так, хорошо. Ой, тихо. Да, блин, шо ж ты? Жизнь вообще на нуле. Одна голова осталась. А не, вон, до плеч еще что-то есть. Да ладно, в такие моменты я люблю записываться, чтобы мне потом сложнее было. Так, ладно, куда дальше идем? Где уже это засранец? Мы за ним уже в какую? В третью серию подряд бегаем. И все никак. Интересно, вот вообще больно головой так? Так. Ха, башкой тутунг. Это, по-моему, довольно-таки болезненно. Он говорит, ты чё там стоишь? Это война, я убью тебя! Ща, братья, не подожди, мы только возьмем боекомплект Инграма. Лучше Инграм возьмем в одну руку, потому что он и с одной руки неплохо убивает, но патроны не так, не с такой космической скоростью тратится. Так, сразу восполним здоровье, сохранимся. Можно подождать, пока полностью, конечно, восполнится. Ну да ладно. Vinny Gogniti, just the man I've been killing to see. Payne? Freaking fed! I knew from day one there was something screwy about you. What do you think you're doing? You're a freaking cop. You ain't got squad on us. You can't just come in here waving your peace like it meant something. Yeah! Oh my god! Oh god, you shot me! Ah! You're dead, Payne! What the hell are you waiting for, you apes? Kill him! Kill him! With pleasure, boss. Got me bailed. I made like cherry on fat. Погоня за этим засранцем. Так, хорошо. Довольно много с меня сожрали, но в принципе не так уж и страшно. Вот так. Не постреляешь в свое время и смотришь, какие дырочки крутые. Вот это вот удивляло. A crumpled letter lay on Gogniti's desk. Так, что лежит у нас? The letter was addressed to Don Punchinello, but Vinny had never had the nerve to finish it. Jack's gone voodoo. Just the other night, he shot Dino because he wanted to see what his brains looked like splattered on the wall. He's a freaking mad dog. We're running out of men and business fast. Gogniti had been living in mortal fear of his boss. Jack Lupino was a psycho. А, тут беспредельщики, походу, опитали. Так. Ну все, погоню за этим доходягой.
Здоровье, конечно, к черту. He knew where his boss was, and I wanted to square things up with Jack Lupino. Cogniti would be moving fast. I don't know about angels, but it's fear that gives men wings. Он сказал, что Ганити бежит от меня, но он не убежит от пули в его животе, и рано или поздно она его доконает. Еще он сказал, что я не знаю, дают ли ангелам, вернее, ангелы людям крылья, но страх точно дает. Ганити знает, где находится его босс, поэтому нам нужно его найти, пока он не помер. И никуда он нафиг не денется. Если Максу что-то нужно, он прям как Чак Норрис. Идет и берет это. Cogniti hitched a ride. To catch him, I'd have to follow his lead. Так, мне нужно его преследовать таким же макаром. Видимо, я попал. Хотя вроде как чисто потому, как я прыгнул, я не попадал. This was my second train ride of the night. The way it started didn't promise anything better than the last one. Freezing wind tearing at my face like sandpaper and razors. Ice hard and slick under my hands and feet. Somewhere in the background, the wail of sirens, the city howling after me. New York sped by and fast forward, dark rooftop water towers and a dead forest of antennas and chimneys, all a blur. When the train he was riding slowed down, Cogniti made his move. Он прям акробат. И это тем же макаром. Довольно шустро он перемещается для человека с пулей в желудке. Самое болезненное ранение, от которого люди умирают по 6, по 12 часов, мучаются в страшных корчах. Ну, блин, врагу не пожелаешь. Ну да ладно. Вот здоровье мне бы, конечно, не помешало. Ой-ой-ой. Так, ладно, живой. Спасибо, что живой. Хорошо. Блин, дайте мне какое-нибудь лечение. Я сейчас точно фигурально коньки брошу в сторону. Смотрите, у меня со здоровьем вообще проблемы. Это можно классифицировать как насколько я в дерьме. Вот сейчас я по плечи в дерьме, поэтому чем быстрее найду здоровье, тем лучше для меня, потому что сейчас одно попадание по мне — это натуральная смерть, и к тому же у меня замедление неполное, так что совсем все плохо может набернуться. А, недолет. Что ж такое. Так, давайте сохранимся, потому что я сейчас чувствую, я опять не допрыгну. Тихо, там что ли кто-то? Угу. Тут нам поможет Дигл. Блин. Ну, увидите, да, что у меня со здоровьем. Ладно. И, по крайней мере, я понял, где они. Так что все, никуда не денутся. Минус. Минус. Отлично. Так, сохраняемся. Все еще по плечи. Так. Ну, похоже, он туда, да? Блин, да сколько народ-то? А, это он. NYPD, you on the roof.
Бросай оружие и ложись, говорит, на пол. Ага, сейчас. Как же. Так, мне патроны, конечно, за патроны вам спасибо, но мне нужно... Что в этих лежат? О, что-то лежит. Смотри, ящики надо проверять, значит. Ох, целых три штуки. Смотри, как ходится. Так, ну здесь мне поможет дробовик. Дробовик для таких небольших помещений самое то. Но. Так, ладно, короче говоря, не до ящиков уже. Так, ладно, отлично. Ингрэм, конечно, это просто сказка какая-то. Так, ладно, пойдем. Вроде все хорошо. Дайте, пожалуйста, аптечки. Хоть какие. Блин, все свои патроны суют. Ну да ладно, патроны тоже хорошо. А вот и аптечки, отлично. Так, теперь мы по пояс в проблемах. Так, тут у нас сломанный лифт, Валькирия, Валькирин. Да твою мать, увидели, да, кто меня задел? Ну это уже было как бы естественно. Так, пока что у нас Desert Eagle выполняет роль своеобразной снайперки из-за его четкости. Я вообще попадаю в него или я попадал в стену? Да, это будет проблемой, похоже. Так, берем Ингрэм в две руки. Так, идем сюда, сохраняемся. Ждем. Да, блин, да что ж такое? Так, давай, дорогой, иди сюда. Враги с Ингрэмом — страшное дело. Хорошо, живем. Надеюсь, вас только двое было. Нет, еще идет. Блин, да вы задрали уже, елы-палы. Хорошо. Опять по плечи в проблемах. Со здоровьем вообще беда. Так, сохраняемся. Надо почаще сохраняться. Не убежишь, болезный. Так, минус. Вот. Наверняка то, что мне нужно. Граната, граната. Я гранатами что-то вообще не пользуюсь. Патроны к Ингрэму. Эти ящики, я так понимаю, не разрушаются. Так, мышка, не парь, пожалуйста, мозги. Убирай оружие.
Хорошо, пожалуй, я все-таки предпочту идти. А нет, я не смогу идти пешком. Ну ладно. С таким здоровьем, если сейчас меня кто-то начнет стрелять, это плохо кончится. Ну ладно, разошлись на мировуху, как говорится. Да блин, да что ж такое? Ой, так, это будет сложно. Так, он умер там, нет? Я что-то пока на этого смотрел. Да, он, похоже, там лежит уже. Так, хорошо. Давайте, нам, по идее, он туда нужен идти. Значит, мы пойдем сюда. Посмотрим, возможно, здесь есть здоровье. Вечная проблема данной игры, это то, что со здоровьем проблемы. А вообще, сожрав такое количество обезболивающего, Макс уже должен был бы от передозировки сдохнуть натурально. Ну ладно, это все-таки игровая условность. Никто же ничего не говорит, когда в Марио жрет грибы непонятного цвета. Ой. Беспалево такой ждет. Ой, да сколько вас тут, ёлы-палы. Да твою мать, я же далеко отошел уже. Ой, это похоже надолго мне запомнится путешествие. Добрый день. Добрый день. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я тебя сейчас кину. У нас один кидал. Кидалку вырвали, он перестал. Так, сейчас это меня и убьет, похоже. Давайте сохранимся, у нас одна голова осталась, ну и что? Ой, у нас вообще скальп один остался. Но... Ладно, хрен с ним. Ну ладно, вроде отъехал. Ой, вот засранец. Я, конечно, все понимаю, но откуда взялась вот эта вот куча охранников этого Ганити? Я сегодня вообще в рандомном месте спрыгнул на поезде, с поезда. Ну ладно, не будем придираться. Здоровье, отлично. Подождем маленько, пока оно восполняется. Спешишь, как говорится, насмешишь. Так, и все, можно идти дальше. Капитан бейсбольная бита. Он вернулся, он Грут, и у него есть бейсбольная бита. Так. Мы станем богатыми, говорит. Так, интересно, а если я сейчас кину гранату, она отскочит от этого стекла или она к ним залетит? Так, давайте загрузимся лучше. Это совсем печально было. Так. Теперь давайте дарить подарки. Я думаю, там все счастливы уже. Если нет, у нас есть. Ой, 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 ой. Все, там вроде как тараканы уже умерли даже. Так, хорошо. Бешеные бабосы. Вот их наркота. Гадость. Так. Вот так будет лучше. Так, понял, понял. Я хочу, чтобы ты спустилась ко мне. Спустись ко мне. Ты не смог спускаться ко мне. Так, ладно. Да где же ты уже, мать твою, сколько за тобой гоняться-то можно?
Я с тобой уже натурально, ну, в третьей серии, вот, если не соврать. Ну, конечно, увидели мы тебя только в этой серии, вживую. Но уже минут 15-20 за того бегаем. Сюда, что ли, прыгать? Да, похоже на то. Ага, тут этот червь прополз. Или от него. Все-таки он, наверное. Так, что кажут? Max Payne has nowhere left to go. We are very close to capturing him. You'll get a full statement then. Right now, I've got better things to do, ma'am. That was Deputy Chief Jim Bravura from the NYPD with no further comment at this time. Apart from his suspicious food habits, I figured Bravura to be one of the good guys. Fate had just dropped us on different sides in this. But when it came to capturing me, he was way out of his league. I had already ditched the cops a couple of rooftops back. For now. Такие дела. Так, еще патроны. Тут они уже не лезут. Там наставление, я слышу через вентиляцию, что сейчас Пейн выйдет из этой двери, там или он, или Бэй. Конечно же, он. Ребята. Ребята тупо убежать решили, похоже. Ой, ой, ой. Вот сволочь, а. Что ж вы, мать вашу, делаете? Все умерли. Хорошо. Конечно, меня половину здоровья сняли, но ничего. Это было зрелищно. Так, сохраняемся. Я вообще не понимаю, как с пулей в животе можно пройти уже сколько он, километр 3 пробежал. Да что ж там, мать твою. Давай, кидай. Блин, нет, меня это не устраивает. Видимо, надо вперед ломиться. О, ну так получше. Хорошо. Сохраняемся. Чего бы не сохраняться. Открывай, мать твою! Эй. Я убью тебя, ты долбанный клоун. Так, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Минус. Лично. Да, блин, что-то у вас тут дохренище, ребятки. Да, падает уже. Так, отлично. Жок, власть. Посмотри. Ну ладно, с этими уже можно так разобраться. Так, наш верный Инграм. Все, хорошо, в минуса их загнали. Кстати, в Алне Вейке такой же звук закрытых дверей. Сохранили они его. Так, кто там шарашит? Там, похоже, только Винни остался в одиночестве.
сейчас, дружок. Не нервничай. Смотрите, слабак. На еще. Твою мать. Живой. Так, недолет, понятно. Давайте сохранимся, во-первых. А во-вторых, чтобы нам с тобой еще сделать такого нечестного. Ну ладно. Если он сможет меня еще раз попасть, то все, мне хана. Но тут уже он ничего явно не мог сделать. Cogniti ran out of steam in a dead-end alley with steam boiling out of the sewer grates like all the fires of hell were burning high beneath us. It was shakedown time. Where's Lupino? Screw you! Bad start, Vinny. Ah! Police brutality! I rate pretty high on that. You can't just hurt me in cold blood? Just keep telling yourself that. Listen good, Candyman. I'm not gonna be anybody's fall guy. I want to know where your boss is hiding. There was no glory in this. I hadn't asked for this crap. Trouble had come to me in big dark swarms. The good and the just were like gold dust in the city. I had no illusions. I was not one of them. I was no hero. Just me and the gun and the crook. My options had decreased to a singular course. I'll tell you, just don't hurt me no more. Lupino's at Ragnarok, the nightclub. Book me. Take me in the hole, me to the freaking jail. Just don't hurt me. Your rights will be ready at your funeral. Такие дела. Наш путь идет в Рагнарок. Ragnarok was Lupino's private nightclub, a den of drugs built into an old theater. I knew what waited inside. V-head junkies ready to explode in random acts of senseless violence. And Lupino's goon squad, the worst stone cold killers this side of hell. Ragnarok was as inviting as a headache, flickering and flashing to a machine gun beat. The belly of the nightclub was a gothic theme park that began with bondage games and led to the nasty stuff from there. As subtle with its dark message as a cop killer bullet through the heart. Like father, like son. Just like Jack Lupino. Так, ну и что? Мы на этом топтагоне. Но, в принципе, я думаю, на этом мы завершим эту серию. С топтагоном начнем разбираться в следующей. Надеюсь, вам понравилось, потому что прохождение мне нравится самому лично очень. И, судя по комментариям, вам также, чему я несказанно рад. Так что увидимся на следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.